Данный гидроконгресс, который вот проходит в Грузии, уже наша компания вот представляется в лице Усть-Каменогорской и Шульбинской ГЭС Казахстана. И уже второй год мы участвуем на этом гидроконгрессе. Традиционно из года в год, наверное, будет проходить. И мы готовы, в принципе, позиционировать наши компании и готовы делиться своими результатами и своими ошибками для того, чтобы их можно было сделать и обсудить на этой площадке, для того, чтобы потом можно было их решать.